Так художник декоративного искусства и работает. Это вам не живописец, который с кисточкой, аккуратненько, так бокал вина рядом. Татьяна Гребнева – одна из немногих мастеров России, чье имя превратилось в бренд. Больше 30 лет она провела на четвереньках, придумывая идеи будущих гобеленов. Этот триптих мастер создавала 10 лет. Главная тема – война. Грандиозную по масштабам и задумке работу мастер завершила к юбилею Великой Победы. Высота каждой части – почти 1,5 метра. Произведения искусства теперь могут увидеть жители и гости Владимира в музейном центре палаты. И раз, так сказать, в 5 лет рождалось каждое отдельное полотно. Оно проработало, так сказать, каждое самостоятельно. И вот, наконец, они все 3 соединились. И вот это силище, которое в эскизе заложено, наконец, оно здесь выстрелило. Гобелен, батик и костюм – такие переплетения здесь вовсе не случайны. Татьяна Гребнева – художник-исполнитель и художник-модельер. В выставочном зале костюмы, которые мастер создавала для владимирских артистов. Каждая зона здесь – отдельно период ее творческой жизни. Центральная часть экспозиции лишает зрителя дара речи. Техника исполнения таких полотнищ не поддается копированию, а полет фантазии дизайнера достоин лучших галерей мира. Работы Татьяны Гребневой отмечены экспертами самых престижных международных конкурсов. А ее монументальные текстильные произведения находятся в частных коллекциях как в России, так и за рубежом – Германии, Бельгии, Франции и США. Сегодня Татьяна Гребнева пробует себя и в качестве дизайнера интерьеров, работает с кожей и мехом. Эти материалы она использует и в своих новых работах. Вот еще одно интересное панно. Здесь сотни деталей, а главная тема – любовь. Красный цвет в приоритете. В зале палат есть и холсты мастера из музейных фондов. Это редкий случай и настоящая удача – увидеть их. В полной мере оценить масштаб творчества Татьяны Гребневой теперь можно лично. Всего здесь больше 70 предметов. Конечно, можно было выставить их на нашем сайте, в Ютубе, в интернете. Но от этих вещей веет теплом. И около них надо стоять, около живых. И мы это понимали. В своей мастерской Татьяна скрывает новую работу. Детали мастер держит в секрете. Творит не на заказ, подчеркивает она, а для души. Оценить большой проект зрители смогут только спустя 5 лет. Наталья Забнина и Дмитрий Шаталов. Губерния 33.